круто быть добрым. Прекрасный тренд на демократичный и долговечный дизайн продукта. Продуманные, технологичные, модульные вещи, многие из которых подходят и мальчикам, и девочкам. Практически неограниченная сезонность и легкая интеграция в любой лук. Девиз тренда «Все подходит под все». Настоящее осознанное потребление. Главный акцент – будь умным и добрым, и все будет хорошо. Универсальная и комбинаторная палитра нейтральных оттенков оживляется сочными акцентами. Овсяное молоко – мягкий, очень экологичный, теплый, чистый, базовый. Он сочетается практически со всем. Медь – ключевой цвет этого сезона. Благородный, теплый цвет, проверенный временем, который будет актуален еще несколько сезонов и служит прекрасной базой для создания множества цветовых сочетаний. Густой, насыщенный, очень природный цвет кедра великолепно исполняет роль контрастной темной базы. Насыщенный, глубокий синий-зеленый цвет со сложным названием «Вердигри» – прекрасный компаньон для теплых нейтральных оттенков. Активный ремесленный красный несет яркую энергию. Солнечный мед добавляет позитива и сочных акцентов. Комбинируй разные цвета в одном луке под свое доброе настроение. В тренде позитивные, дружественные, мирные слоганы. Особенно, если в текстовой композиции используются несколько разных книжных шрифтов. Нет плохому настроению, у меня только хорошее. 100% все будет окей. Мы достаточно сумасшедшие, чтобы изменить мир. Очень актуально оживление текстов скетчами ручек с позитивными жестами. Из просто функционального элемента фурнитура превращается в важный акцентный элемент декора. Не крупная, но очень точно подобранная. В тренде прорезиненный матовый текстурированный декор как в тон изделия, так и в роли контрастного акцента. Эффектные, залитые силиконом наконечники и молнии. Обилие функциональных регулировок на эластичные корды. Эта осень нас балует. Ура, ура! В топе наши обожаемые флисовые текстуры. Мы любим их, потому что они легкие, теплые, нежные, уютные. За то, что их легко стирать, они быстро высыхают и не требуют утюжки. Настоящее тактильное счастье. Тедди флис. Ультраактуальная текстура с высоким ворсом напоминает плюшевого мишку Тедди. Акцент на обволакивающий уют и повышенную теплоизоляцию дает также футер с начесом. Просто потрогайте. Хлопок в основе и плюшевые начесные изнанки. Что может быть лучше в прохладную погоду? Трендовую долговечность дизайна подчеркивают матовые курточные ткани, имитирующие ремесленные фактуры. Выраженная ритмика вертикального рубчика кашкарсе прекрасно дополняет актуальные ворсовые фактуры. Хиты сезона. Прежде всего, самое теплое – куртки. Что актуально этой осенью? Прежде всего, оверсайз силуэт. Тренд на модульность и многослойность в крое и функциональность деталей. Удлиненная зимняя куртка-трансформер с отстегивающейся на молнии нижней частью. Стильный капюшон с высоким забралом и модной акцентной застежкой фастекс с регулировкой на широкой тесьме. Карман для телефона на велкро. Боковые карманы с технологичной застежкой на магниты. Нижний воротник и подклад из флиса усиливают теплозащиту. Внутренние эластичные лямки. При необходимости носим куртку как рюкзак. Очень взрослая, мужская модель. Очень теплая удлиненная зимняя куртка. Стильная имитация жилета через сочетание цвета. Пусть вас не смущает отсутствие стежки на деталях жилета. Камеры с пухом прострочены внутри. Функциональные молнии в боковых швах.
регулируем объем по низу изделия. Детали в боковых швах продублированы синтепоном, поэтому при расстегнутых молниях не будет открытых разрезов. Боковые карманы с технологичной застежкой на магниты. Застежка Velcro по центральной планке обеспечивает дополнительное удобство при одевании. Корды со стоперами для регулировки капюшона и фиксация на Velcro модно и функционально. Дополнительное тепло, нижний воротник и подклад из флиса. Внутренние эластичные лямки. При необходимости носим куртку как рюкзак. Оверсайз худи – самый модный силуэт сезона. Ультракомфортные благодаря дополнительному объему, спущенному плечу и свободной пройме. Самый эффектный – удлиненный худи из футера с начесом и идеальным колорблоком. Акцентная молния с декоративным пуллером, объемный накладной карман кенгуру с декоративным клапаном. Забавный принт IQ200 с милашкой-смайликом. Вообще-то, значение 140 – это уже яркая одаренность. Ультра-актуальный воротник гольф. Теплая стойка будет в тренде как минимум ближайшие 2 года. Комфортная комбинаторная база. Классическая водолазка из кашкарсе в нейтральных и ярких цветах. Свитшот-оверсайз из футера с начесом. Добрый принт с нестандартным размещением. Улыбнись! Наша безусловная любовь – свитшот из тедди-флиса. Мега удобный благодаря дополнительному объему, спущенному плечу и свободной пройме. Теплая стойка с удобной застежкой Velcro и молнией. Функциональная регулировка кордом со стопером по низу изделия. Трендовый прорезиненный тактильный декор. Стильный функциональный аксессуар – капор из флиса. Его можно носить на шапку или вместо нее. По сути, это шарф и шапка в одном изделии. Высокая маска с регулировкой шнуром со стоперами – дополнительная защита. Круто быть добрым!